взялись за Рио. ФБР подключилось к расследованию коррупции в Международном олимпийском комитете. Бразильцы могли купить голоса во время выборов в столице Олимпиады 2016 года. Рио-де-Жанейро обогнал конкурентов, среди которых были Мадрид и Чикаго. По версии американских спецслужб, МОКУ хорошо заплатили за решение. Делом о подкупе занимаются прокуроры нескольких стран. Уже арестован глава бразильского национального олимпийского комитета.